Yes. You should do. So never gonna get you up. Never gonna let you down. Can you sing it? No. Please. No. No. Hey everyone, I'm Matt Anderson, outside hitter for the volleyball club Zenit Kazan. I'm standing here in the main hall for Champions League Final Four, which we're hosting May 12th and 13th. I want to invite everybody here and hope you guys can make it. Всем привет и добро пожаловать в солнечную Казань, где 12 и 13 мая пройдет финал четырех Европейской лиги чемпионов. Сегодня, в третьей и заключительной части нашего большого превью, мы вам расскажем об инфраструктуре финала четырех. Четвертый раз в истории финал Европейской лиги чемпионов примет Россия. На этот раз право проведения финала получил казанский «Зенит», который не первый год подавал заявку на финал четырех. Как вы знаете, центр волейбола Санкт-Петербург вмещает 4500 зрителей, но этого недостаточно для проведения финальных матчей турнира. Поэтому главной ареной соревнований будет расположенный в самом центре города баскет-холл, вмещающий 7500 зрителей. Всю неделю организаторы вели планомерную подготовку арены как внутри чаши, так и снаружи здания. В то время как зенитовцы усердно тренировались и привыкали к новому залу, в котором многие из ребят играли еще более 10 лет назад. Я помню, что атмосфера полный был баскет-холл, поэтому я представляю, что это такое будет. Отличная атмосфера была, поддержка, поэтому будет все на высшем уровне, я больше чем уверен. То, что он большой, вместимость, я думаю, что там особо она не ощущается, по крайней мере, по тем воспоминаниям, которые я помню. I play, yeah, when I play. Mm-hmm. Those 2009 or 8, 14 years old, 14-15. And I play there in World League. If you find, you will see me. I was playing there. For me it was good, man. I have no problem, you know. I love how the ball is going in this kind of hall because it's not looking so fast, you know, like when you have a small gym. That's good and for me interesting. Для волейбола, в общем-то, комфортный зал. Вот то, что мне запомнилось, просто полный аншлаг. Мы видим, что в зале 7500 человек, и атмосфера была очень классная. Кстати, практически все билеты на оба дня финала четырех уже раскуплены. Но вы еще можете приобрести их на официальном сайте турнира. Ровно 2 минуты ходьбы от станции метро Площадь Тукая, и вы находитесь в парке Тысячелетия в самом центре Казани. Расположен он непосредственно у баскет-холла. Остановки на улице Островского и Салимжанова расположены непосредственно рядом с ареной. Парковка на территории баскет-холла будет доступна лишь командам, организаторам и представителям ЕКВ. Но рядом с ареной функционируют городские платные парковки, которые, кстати, будут абсолютно бесплатны в воскресенье. Также рядом с баскет-холлом есть крытые паркинги в крупных торговых центрах «Кольцо», «Суварплаза» и «Республика», каждый из которых находится не более чем в 5 минутах ходьбы от баскет-холла. Выходные. Синоптики обещают теплую погоду без осадков с температурой днем до плюс 20 градусов. Поэтому мы с волейболистами «Зенита» рекомендуем вам насладиться пешей прогулкой по центру нашего замечательного города. Казань хороша прогулками. Один из самых красивых городов у нас в России. В этом плане, конечно, руководство города молодцы. Во всех там ресторанах, заведениях, везде есть детский комнат. Здесь все сделано для семьи. Топ-1 все-таки, я скажу, Свияжск, да. Именно туда ехать, смотреть. The people must come, must come. It's not a question, is that you need to go there. It's to the Kremlin, historical part of the city, the beautiful part. Also to walk around the river. Even in the cold months, you know, I'm always walking on Bauman Street. The Kremlin, yeah, I walk by it. I mean, it's beautiful. I can see it from my apartment, so I don't need to go walk past it. During the nice weather, to go down by the river on the boardwalk down by the water, it's beautiful. And there's really a lot of restaurants down there now. Я в России не видел такого уровня набережных, но здесь, мне кажется, это топ-уровень.
Так что обязательно нужно побывать на набережной, погулять. Именно центр Старой Казани прекрасен, конечно, есть свой дух. У нас в России мало таких городов. Место номер один – это парк Горького. Очень сильно благоустроился за последние, опять же, вот эти годы. Центр, конечно, безусловно, мне очень нравится Баумана и Петербургская. И это топ-3 места, которые я вам советую посетить, когда вы приедете на финал четырех в Казань. Именно здесь, у стен баскет-холла, будет организована специальная фан-зона. На протяжении 2 дней на сцене будут выступать артисты и музыканты. А также здесь пройдет полюбившийся местными жителями гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». Поверьте, он не оставит вас равнодушными и голодными. В прошлом году мероприятие посетило более 50 тысяч человек. Лучшие рестораны и кафе города представят свои коронные блюда. Будут организованы мастер-классы и ярмарка продуктов питания. Все это под музыкальное сопровождение и выступление артистов на сцене. Просто переходим дорогу и оказываемся у стен баскет-холла. Для входа на арену будут доступны 3 входа и 3 выхода. Между матчами вы спокойно можете выйти из арены, посетить фан-зону и вернуться обратно на игры. Кстати, важно! Обязательно распечатайте свой электронный билет со штрих-кодом, чтобы попасть вовнутрь. В холле баскет-холла вас ожидают полюбившиеся на играх «Зенита» развлечения и конкурсы, которые сделают поход на волейбол для всей вашей семьи настоящим праздником. Специальную атрибутику финала 4 и казанского «Зенита» вы без труда сможете купить и на первом, и на втором ярусе баскет-холла. Не забываем, что за любые покупки в дни финала 4 вам будут начисляться «Зены». А перед полуфиналом с участием казанского «Зенита» состоится розыгрыш главных призов сезона среди топ-10 лидеров «Зеномании». Непосредственно перед финальным матчем Лиги чемпионов будет организовано специальное яркое шоу с участием победительницы ТВ-шоу «Голос» и участницы Евровидения Дины Гариповой. Помимо волейболистов и тренеров, к финалу 4 готовится и клуб совместно с городом. Как вы видите, за моей спиной находится огромное граффити Мэтью Андерсона, которое было нарисовано за 5 дней. Помимо Мэтта, на улицах города вы можете увидеть Алексея Вербова и Максима Михайлова. Ну и, конечно же, сфотографироваться с ними, выложив в соцсети с официальным хэштегом «Финала 4». О том, как сами ребята отреагировали на свои большие граффити, вы можете посмотреть в нашем специальном сюжете. Огромный рисунок Максима Михайлова будет готов уже к пятнице. А мы же, в свою очередь, отметим, что в приложении дополненной реальности LayR, о котором мы рассказывали, вы сможете использовать не только граффити Мэтта, но и рисунки Макса и Алексея Игоревича. Ну а, собственно, граффити Алексея Вербова уже готово. Располагается оно в непосредственной близости от главной арены соревнований баскет-холла. По правую руку здесь находится парк Тысячелетия. Именно в нем будет организована фан-зона для всех гостей соревнований. Ну и, конечно же, баскет-холл, который уже готов вместить 7500 зрителей из России и Европы. Ну, ажиотаж большой, действительно, много там мы писали и спрашивали. Так слышу, ребята тоже заказывают билеты уже. Many people write me if I can get ticket to them, for my family and for a few friends. I will wait for all of them in the hall, because it will be very good games. Дальше больше побед. Ребята, лайк этому видео.